Тож вже маємо скайп-зв'язок з нашим експертом з управління часом та увагою Анастасією Спіциною. Анастасія, доброго ранку вам. Доброго утра. Нещодавно ви були у нас в ефірі і розповідали про проект, який ви започаткували «Час міста». Я пропоную тим глядачам, які пропустили цей ефір, нагадати, розказати саме про цей проект у двох словах. Окей. Проект «Время города», его основная задача на самом деле измерить время в городах Украины. То есть в каждом областном центре в течение 17 и 18 года проводятся исследования времени, его особенности, его отличий между друг другом. И, собственно, после каждой поездки мы готовим очень интересные материалы, печатаем публикации и делимся как с жителями Украины, так и с нашими партнерами, да, скажем так, из-за границы, тем, какое же украинское время. Ви досліджували цими днями на минулому тижні наше місто Миколаїв. Що можете сказати про наше місто? Тому що тоді ви сказали, що місто прокидається десь о 7 ранку. Це були перші ваші спостереження. Які вже висновки щодо Миколаївщини? Да, получается, что я провела в Николаеве 90, я просто фиксирую, 92 часа. Это было 92 часа моего исследования, 17 живых интервью. Был организован онлайн-опрос жителей Николаева, и мы собрали определенный массив данных. То есть, скажем так, собрали то, чем я уже могу, в общем-то, предварительно поделиться. Если говорить о темпе, вообще о темпе, о ритме самого города, то он неспешный, размеренный, неторопливый, как очень многие говорят. То есть, но на что я обратила внимание, время там не расслабленное. То есть если мы возьмем какие-то, допустим, другие южные города, такой как Одесса, то там время очень расслабленное. Здесь такое ощущение, что все, так знаете, слегка напряжены, то есть они как в пружинке. Возможно, это связано с богатым, скажем так, военным прошлым. И здесь, наверное, имеет такое влияние психологическое прошлое, потому что город очень долгое время был закрытый, военный. Соответственно, все люди, они так несколько собраны. Дальше, на что я обратила внимание, возникает ощущение, что время и люди постоянно возвращаются в прошлое. Постоянно возвращаются в прошлое и попадают в некие такие петли времени. То есть, причем это касается, как, скажем так, каких-то принятых решений в городе, так и, собственно, самих людей. То есть, есть желание вернуться и взять что-то хорошее из прошлого. Но вот очень большой пласт, наверное, этого прошлого сосредоточен в том позитивном прошлом, связанном с периодом кораблестроения, судостроения. И очень многие люди тщетно пытаются вернуть то хорошее прошлое, надеясь, что оно когда-то произойдет, но навряд ли это уже реализуется в том варианте, как это было, допустим, ранее. По сути, это отнимает внимание, энергию людей от того, чтобы понять, где мы находимся сейчас и куда нам двигаться дальше. Далее, на что я хотела бы обратить внимание, это то, что на самом деле мы тогда с вами определили, когда у нас город просыпается, когда он засыпает. То есть, по большому счету, да, раннее время, это 7:39 часов, город начинает жить, у города начинается своя жизнь, и после 22-23, в общем-то, город засыпает. Нужно отметить, что периферия, районы, они, конечно, засыпают, уходят в сон раньше, как и просыпаются. Это практически в каждом большом городе. Очень интересные циклы, я обратила на них внимание, это люди живут от праздника до праздника, от пятницы до пятницы, и если люди работают, допустим, внутри предприятий, то от звонка до звонка. Ну, то есть вот в неких таких циклах проживают, собственно, николаевцы свое время. Дороги – это тоже очень классный маркер, на который я всегда обращаю внимание. Я тоже делилась с вами, что смотрю, да, как движется транспорт, сколько времени люди теряют в пробках. Так вот, пробок как таковых, как явления в Николаеве особенно не существует. То есть есть возможность, ну, когда, допустим, там аварии, либо какие-то сложности на дороге, то это да, это возможно. Но, по сути, вы счастливые люди, у вас нет пробок, вы не теряете время в пробках, как, допустим, киевляне. А дальше, если говорить о дорогах, то, конечно, для меня дороги – это всегда маркер, по каким дорогам мы движемся в будущее.
Вот дороги в Николаеве, они, ну, знаете, очень грустны. Я так очень деликатно выразилась, мягко скажем так. Вот, то есть это на самом деле то, на что сейчас важно обращать внимание. То есть есть, знаете, вообще в городе какой-то такой временный рисунок, то есть все как будто бы временное. То есть нет ощущения, что, допустим, если дороги сделали, то их сделали они на века, да, вот какие-то моменты, они, вроде бы что-то делается, то есть какие-то работы определенные ведутся, но все имеет какой-то временный характер. Все циклично, от п'ятниці до п'ятниці, и дороги так само. Ну вот как-то получается так. Очень интересный момент, что это на самом деле, как мне показалось, город автомобилистов, потому что очень высокая скорость на дорогах. То есть автомобилисты, ну, можно сказать, гоняют по этим широким улицам, и как пешеходу всегда приходилось осматриваться и переживать, все ли в порядке. Очень интересная, классная практика, это вот ночной маршрут 31-й. Угу. Да, на самом деле нечасто встречающаяся практика, интересный кейс. Правда, ребята, сами жители, которые пользуются этим маршрутом, говорят, что они иногда приходят, допустим, на остановку в без 15, а те уезжают сразу после 12. Тариф, потому что вырастает в два раза, и автобусы не трогаются с остановки до достижения этого... Маркетинговый хит. Да, да, этой волшебной отметки. Что касается привычек людей, которые связаны с управлением временем. Это то, что мы сейчас получили, и я буду благодарна, если будут еще какие-то отзывы, отклики от ваших слушателей и зрителей, мы соберем еще чуть больше информации. Сказали, что да, николаевцы опаздывают. Опаздывают, и норма опоздания – это где-то от 15 до 30 минут. То есть говорят даже, что мероприятия, которые назначаются, концерты, допустим, какие-то развлекательные... Распочинаются набагато пізніше. Да, их мне сказали, что организаторы сейчас начали их назначать начало на полчаса раньше, для того, чтобы условно начать вовремя. Но здесь нужно тоже учитывать, что это же всегда, ну скажем так, если кто-то организует какой-то ивент, это всегда затраты на аренду помещения. И, соответственно, ну вот знаете, такая связка время-деньги, она здесь очень хорошо прослеживается. На что еще обратила внимание, это долго думают, осторожничают, то есть прежде чем принять решение, ну как бы на самом деле пытаются... Зважують усі за и проти. Да, подстелить везде соломку. Переносят сроки, то есть срывают дедлайны, откладываются дела, и большая часть людей именно ответила, что да, вот... Есть такое явление за нами, за николаевцами, что мы откладываем. Собственно, очень много таких процессов, как в общегородских вопросах, так и в личных вопросах. Досуг тоже очень хорошая тема, потому что всегда интересно, как проводят люди свободное время. То есть, если от пятницы до пятницы, то что происходит в пятницу, да, вот по сути. Обратила внимание, что даже в пятницу вечером нет большого такого активного движения людей в городе, то есть, возможно, люди прячутся в барах, прячутся... Я увидела расцвет караоке и кальянных баров в вашем городе, то есть вот прямо мне казалось, что они на каждом шагу встречаются мне. Единственное, конечно, очень сильно удивило, что многие заведения работают до 10. І тільки 31-й маршрут працює цілодобово. Анастасія, на жаль, у нас завершується наш ефірний час. Маємо передати слово нашим колегам. Але наостанок хочеться від вас почути, можливо, у двох словах привітання для наших миколаївців, що би могли їм побажати. Я со своей стороны хочу, конечно, поблагодарить всех, кто принял участие. Это раз. Второе. Окей, мы хорошо уважаем, ценим свое прошлое. Отлично, оно у вас очень богатое и щедрое на события и на масштабы. Вот я, наверное, со своей стороны могу порекомендовать вам сейчас посмотреть трезво на свое настоящее, для того, чтобы начать разрабатывать концепт будущего своего города, потому что в будущем ваша сила, у вас для этого есть отличный потенциал. Дякуємо вам!